Милиция, Следственный комитет, прокуратура, судьи, пожарные и сотрудники таможни. Здесь представители всех силовых структур. В подобном формате встреча проводится впервые. Это открытый диалог власти и правоохранительных органов. Цель одна – послушать вас, ваши вопросы, то, что вас интересует. Не стесняйтесь задавать вопросы. Уверяю вас, это хороший и нормальный диалог. Прежде чем перейти к ответам на вопросы, глава государства поблагодарил сотрудников правоохранительных ведомств за обеспечение общественного порядка на выборах, прошедших в минувшее воскресенье. К слову, они прошли с рекордной явкой. В Приднестровье проголосовало 74 тысячи человек. Это треть от общего числа выборщиков за пределами Российской Федерации. И именно эта треть, это по большому счету самая определяющая критическая масса, высказывается в пользу действующего президента. Это выбор народа, это общая история, общая культура и на перспективу общая интеграция. Одним из первых и крайне актуальных вопросов стала проблема жилья для молодых семей. По рыночным ценам, без чьей-либо помощи, приобрести его молодому специалисту сложно. Здесь, по мнению главы государства, есть пути решения. Если какая-либо силовая структура, МВД, Министерство обороны, прокуратура, Следственный комитет, да кто угодно, возьмет незавершенное строительство за символический рубль, мы вам передадим, только бы ваше желание было бы для этого. И я как президент окажу всяческую поддержку. Доступное жилье в республике может появиться и как результат президентской предвыборной программы. Сейчас глава государства обсуждает с российскими коллегами дальнейшее развитие проекта «ОНО – Евразийская интеграция», что удешевит стоимость жилья и сделает его доступней. В течение полутора часов президент и сотрудники правоохранительных органов говорили о многом. Обсуждали проблемы приобретения российского гражданства, повышение уровня заработной платы, возможность получения бесплатного высшего образования и не только. Коснулись и темы преобразования и реформ. Вадим Красносельский уверил, что подобные вопросы будут решаться прежде всего с учетом интересов людей. Если мы не будем говорить о каких-либо, скажем так, преобразованиях, но это будет сделано точечно и очень аккуратно. Ни в коем случае не ломая судьбу человека, ни в коем случае. Я как президент говорю. В завершении встречи глава государства подчеркнул, что он открыт для диалога. Обратиться к нему возможно через письменные заявления, приемные в городах и районах и сеть интернет. Все обращения будут рассмотрены и на каждый вопрос дан ответ. Семнадцатое февраля, суббота, 7:20 утра. В дежурную часть управления внутренних дел города Бендеры поступил тревожный звонок. Плачущая женщина сообщила о преступлении. В селе Протягайловка совершено жестокое убийство. Со слов заявительницы, утром к ней пришел сосед. Мужчина был весь в крови. Сказал, что накануне вечером около 10 на них напали неизвестные лица. Его брата убили. Женщина немедленно обратилась в милицию. На месте происшествия стражей порядка ожидала трагичная картина. Тело мужчины с множественными травмами головы обнаружили во дворе дома. На стене гаража были многочисленные пятна крови. Брата погибшего тут же госпитализировали. Вечером, в момент нападения, он получил сильный удар по голове. Во все время я 3 раза ударил сильно. Он вроде на корточке так упал. Потом я вышел на улицу, а там ранен. Уже хотел идти в гараж. Я его ударил, один раз он тоже на корточке присел. И руки поставил, я его по рукам. Так вспоминает тот вечер 18-летний юноша. В пятницу 16 февраля он убил своего 64-летнего соседа. Отношения между мужчинами были натянутыми. Полгода назад молодой человек похитил у соседа деньги – около 2500 рублей. О краже владелец в милицию сообщать не стал, но похищенные средства требовал вернуть. Виновный же решил вопрос по-другому – нет человека – нет проблем. Ну, я решил пойти сначала что-то поговорить с ним. Потом подумал, говорю, что с ним разговаривать. Я взял арматуру в огороде нашел. Проникнув во двор чужого домовладения, злоумышленник дождался, когда хозяин вернется домой и реализовал свой преступный план. В качестве орудия убийства обвиняемый использовал цельный металлический штифт длиной около 50 сантиметров. В 9 часов вечера он ожидал потерпевшего на выходе из гаража, где нанес ему несколько ударов по голове, причинив множественные повреждения. В течение последующих 2 часов от полученных травм мужчина скончался. Очевидцем кровавой расправы чуть было не стал брат убитого. Услышав шум, он отправился в гараж, но преступник оказался быстрее. Чтобы избавиться от свидетеля, злоумышленник нанес мужчине удар в область головы. Я его ударил прямо по голове, и он упал. 2 раза я его ударил. Сразу тоже на корточки присел.
Закрывал голову руками. Утром следующего дня травматологи диагностировали у пострадавшего переломы костей свода черепа. Уже позже стало известно, этот 18-летний юноша за последние 2 недели успел совершить несколько преступлений – угон, кража, причинение тяжких телесных повреждений и убийство. За каждое из них он ответит по всей строгости закона. «Все тайное когда-нибудь становится явным» – это знакомая каждому из нас фраза могла бы быть девизом их профессии. Найти тот самый след и докопаться до истины – основные служебные обязанности экспертов-криминалистов. Александр Булат – старший криминалист бендерской милиции. Любимым делом занимается вот уже 20 лет подряд. Работа для него – ежедневный источник вдохновения и реализовавшаяся мечта юности. Мне эта профессия понравилась еще в те времена, когда я еще учился на биологическом факультете, был студентом. И к нам приходили в общежитие ребята, которые старше нас были, которые уже закончили, и некоторые из них работали экспертами-криминалистами. И это вот еще с начала 90-х годов я еще узнал про эту работу, стал немножко интересоваться. И как в последующем оказалось, что это стало моей, как говорится, работой на всю жизнь. Обязательный атрибут каждого криминалиста на месте происшествия – увесистый чемоданчик. В нем фотоаппарат, лупа, бинты, упаковочный материал и многое другое, необходимое, чтобы найти и зафиксировать след преступника. Самый габаритный предмет в чемодане – черная коробка с баночками, кисточками и цветными порошками. Все это нужно для обнаружения отпечатков пальцев злоумышленников на месте преступления. Процесс трудоемкий и завораживающий. Рассматриваем следы под лупой. Видим, что на поверхности чашки отобразились 3 фрагмента следов пальцев рук. В любой профессии есть свои приметы. Есть они и у экспертов-криминалистов. Уходя с работы, прощаться не принято. Чтобы дежурные сутки прошли удачно. Мы, когда уходим с работы, мы никогда за руку не прощаемся с друг с другом. Вот эта примета уже, ну, она еще, наверное, Советского Союза. То есть приезжаешь с места происшествия, молча выходишь из машины. Быть экспертом-криминалистом – задача не из легких. Помимо образования, уровень которого необходимо постоянно повышать, нужна эрудиция, любознательность, знание психологии и многое другое. Рецепт успеха прост – учиться, учиться и еще раз учиться. Первые 2-3-4 года эксперт, он как губка, он впитывает в себя информацию. Только после 5-6 лет он начинает обладать определенной своей индивидуальностью. Их работа совсем не рутинная, интересная и очень кропотливая. Большую часть дежурных суток специалисты по разгадке тайн проводят на месте происшествия, где, максимально сконцентрировавшись на поиске улик, с каждым днем оттачивают профессиональное мастерство. Бендерские госавтоинспекторы продолжают говорить о безопасности дорожного движения. На этот раз общение в формате живого диалога прошло с водителями маршрутных такси города. В течение часа участники встречи обсуждали ситуацию на дорогах и самые частые причины ДТП. С начала года на территории бендерского гарнизона произошло 3 учетные дорожно-транспортные происшествия. Основными причинами дорожно-транспортного происшествия является превышение установленной скорости движения, несоблюдение дистанции, а также отвлечение от управления транспортным средством. Среди пешеходов – переход проезжей части в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал светофора. По словам госавтоинспекторов, большинство водителей общественного транспорта за рулем не один год. С правилами дорожного движения хорошо знакомы, нарушают редко. Последнее учетное ДТП, то есть авария с пострадавшими, с участием маршрутки произошло в 2017-м. Одной из причин были сложные погодные условия. Вы убедитесь, что вы никому не создаете помех, не создаете аварийную ситуацию. Лучше проедете немножко дальше, пусть пассажир подойдет, чем вы создадите аварийную ситуацию, тем самым еще кто-то и пострадает. Говорили и о состоянии дорог. 80% трасс нуждаются в срочном ремонте. Госавтоинспекторы пригласили на встречу с водителями представителей УЖКХ. Интересующие вопросы можно было задать лично. Как оказалось, для водителей маршрутных такси остается актуальной дорожная грамотность пешеходов. Нередко беспечное отношение к правилам дорожного движения может способствовать возникновению ДТП. Молодые девушки, она может там, например, стать у светофора, там, чтобы выйти, или будет кричать тебе: «Мне, пожалуйста, перед светофором». Начинаешь им объяснять, что это нельзя, мы нарушаем дорожные правила, это все в этом не должно быть так.
Они начинают возмущаться. А все вот останавливают, а вы не останавливаете. Бывают у нас даже конфликты с пассажирами из-за этого. Во избежание пустых конфликтов и для того, чтобы на дороге было безопасно, стоит быть взаимовежливыми как водителям, так и пешеходам. Правила дорожного движения обязательны для каждого. Эта дорога освещена фонарями. Вы видите на ней пешехода? Прогулка без отражателя делает вас почти невидимым для водителей. Быть видимым – значит быть в безопасности.